Да ну. Ёсь, смотри, нихера себе. Залюбило что-то все нафиг. Пока шлак кидал, оттуда червя нашел. Пойдем на рыбалку. Благо идти недалеко. Если не будет клевать, искупнусь. Жарко, не знаю сколько сегодня. 30 что ли, больше 35. Так, ну все, рыба, бойся. Идем. Уже просто пот в глаза текет. Невозможно. Надо не топать, тихо. Вон они, видно. Вон они. Вот они, смотрите. Рыба есть стопудово. Рыбное место. Точняк. Что, клюет что ли сразу? Да ну! Ёсь, смотри, нихера себе! Бля, смотри, поймал! Я же говорил, рыбное место! Крупный, смотри, пошел! Нихера себе, иди сюда! Поймал! Надо на вечерний клев сходить. Наверное, просто не клюет сейчас. Одну поймал еще. Не, ну смотрится, конечно, дико. Парень с удочкой, блин, посреди огорода. Ладно, тогда купаться пойдем. Клюет, что ли? Что-то водит, водит так. Надо... О, вот, да, видали, да, вот. Давай. А как подсекать? Так, у меня Ардуино есть. Надо придумать что-то такое. Стопудово.